Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 6 ноября, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Алексия, Иоанна, Николая, Петра. Мир и благословение Божье да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня также Святая Церковь совершает память святого мученика Арефы. Сей святой пострадал за веру Христову вместе со многими христианами, число которых превышает 4000. Среди них были священники, иноки, инокини, а также обычные горожане, включая женщин и детей. Служил Арефа городоначальником в Негране, в земле Америтской, в Южной Аравии. Пострадал в 95-летнем возрасте. Америтской страной владел тогда некий еврей Дунаан, жестокий гонитель христиан. Решившись полностью истребить христиан в этой земле, окружил он христианский город Негран и сперва предложил жителям отречься от Христа, а иначе всех их предаст смерти. Граждане заперли ворота, и Дунаан долго и безуспешно штурмовал городские стены. Тогда сей беззаконный князь поклялся гражданам, что ничего худого им не сделает, пусть только откроют ему городские ворота, чтобы вошел он и взял полагающуюся ему с них дань, а затем, мол, тотчас же удалиться. Христиане поверили ему и сняли засовы. Тогда клятвопреступник Иудей пригласил к себе старца Арефу вкупе со всеми клириками и прочими знатными гражданами, и всех их умертвили мечом. После этого устроил жуткую резню в городе. Услышав об этом, византийский император Иустин I весьма опечалился и написал письмо эфиопскому царю Елизвою, чтобы он пошел войной на Дунаана и отомстил за невинную кровь христианскую. Елизвой послушался Иустина, вторгся с войском в пределы князя Америтского, победил его, истребил всю его армию, а его самого обезглавил. Америтским князем по Божию откровению был поставлен некий благочестивый муж Авраами, а архиепископом, опять-таки по внушению свыше, святитель Григорий. В Негране христиане воссоздали церковь Святой Троицы, сожженную Дунааном, и воздвигли храм святому мученику Арефе и прочим вместе с ним пострадавшим в этом городе. Пострадали же они и приняли от Господа мученические венцы в 523 году. На первый взгляд может показаться, ну, что в этом житии так одно и то же. Один злодей, император, погубил христиан, завоевав город, а другой послал войско, чтобы истребить воинов, солдат этого императора, злодея, что и там убийство, и тут убийство. Вроде какая разница? Ну, на самом деле разница есть, и разница огромная, потому что убийство убийству рознь, и война войне рознь. Есть такой документ в Русской Православной Церкви, называется «Основа социальной концепции Русской Православной Церкви». Документ, принятый Архиерейским собором в 2000 году, и включает в себя этот труд церковное видение всесторонних вопросов жизни и взаимоотношения церкви, государства, общества, отношения церкви к политике, к работе, к труду, к преступлению и наказанию, к войне и миру. И вот там сказана очень важная вещь, что войны, ну, они — это неизбежное последствие греховности человека, и с самого начала человеческой истории, после грехопадения, они сопровождают жизнь людей. Но войны бывают справедливые, войны бывают захватнические.
И очень много можно определить по тому, как, по той форме, какой ведется эта война. Например, если гибнут мирные граждане, дети, старики, женщины, то это однозначно война сатанинская по ведению войны, по форме ведения войны всегда можно определить ее содержание, внутреннее содержание. Как бы так выразить-то, когда в результате военных действий гибнут не вражеские солдаты с оружием в руках, а дети, старики, мирное население, женщины. Это война сатанинская, злобная. И такая война, она должна быть пресечена и осуждена. Правда, мы сейчас научились это дело как-то прикрывать разными, ну, демагогическими тезисами. Ну что, мы типа боремся с терроризмом. И поэтому необходимо там, ковровыми бомбардировками победить террористов. Ну а там уж кто попадает вместе с ними. Вот в этой борьбе против терроризма погибло столько уже людей и мирного населения, и военных, ну, сколько не погибало от рук террористов за всю историю существования человека. Бывает и так. А вроде как намерения-то благие обозначаются, что мы за мир во всем мире, но как-то методы борьбы очень уж от лукавого. В любом деле, как в общественном, так и в частном, необходимо рассуждение. И есть такой духовный принцип, что мы из двух добродетелей должны выбирать большую, а из двух зол выбирать меньшее. И стараться во всем поступать по воле Божьей. У святителя Игнатия есть такая интересная мысль в отношении к любви к ближнему. Он говорит, что любовь к ближнему должна проявляться таким образом, чтобы мы в отношении человека, даже нуждающегося, даже больного, не искали выполнить его волю, а искали выполнить в отношении этого человека евангельские заповеди и волю Божью. Размышляли, думали, что угодно Богу сделать вот в этом случае. Не всегда для человека это бывает понятно, не всегда бывает приятно. Но если мы кинемся выполнять волю человека, а она часто бывает прихотливая, капризная, то мы вскатимся в человекоугодие, а не в богоугодие. И вот этот принцип, он не только в частных отношениях, он, наверное, в отношениях между государствами, в отношениях к военным действиям, что из двух зол нужно выбирать меньше и размышлять, а что есть воля Божия в той или иной ситуации. И в случае с святым мучеником Арефой в его житии, конечно, воля Божия была уничтожить армию захватчика, какого? Дунаана. А в нашей частной жизни, конечно, всегда надо включить голову и включать сердце. И бывает даже так. Ну, например, при спасении утопающего. Как поступить по любви? Человек тонет, его нужно спасти. Но для того, чтобы его спасти, его нужно коротким ударом в лоб нокаутировать. Чтобы человек
на некоторое время отключился, потому что, пребывая в шоке утопающего, он настолько цепко хватается за своего спасителя, что вместе с ним может уйти на дно. Поэтому нужно его как-то нейтрализовать и потом потихонечку вытащить на берег и уже привести в чувство. А с формальной точки зрения это поступок против любви. Но по содержанию и по целесообразности это исполнение заповеди Божией, спасение человека, помощи ему. Всегда нужно размышлять, рассуждать. И бывает так, что внешнее действие, как бы не входящее в понимание любви и доброго отношения к другому, например, берет человек железный нож и разрезает тело другому человеку. На самом деле он удаляет раковую опухоль. Оно, вот это дело, может служить какому-то большему движению любви. Дай Бог нам всем мудрости, рассудительности и умения, как апостол Павел говорит, рассуждать, размышлять, что есть воля Божия, благая, совершенная и богоугодная. И помогай нам всем, Господь.